Всем привет, друзья, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня 11 мая, магазин вот-вот обновится, это значит, что нужно посмотреть, что выйдет, правильно? А вам нужно прожать лайкос, друзья, погнали зыркать. Четыре секунды, друзья, самое время нажать, да, СПТ-083, не забываем, обновляем, так. Эх, хорошая, как закинули нам, да, поднимаемся на самый верх, в самом верху у нас жми на газ. То же самое. Машинка та же. Это все то же самое. Миллион музыки, футболисты, ФНКС. Эмоция была. Вот этого не было вчера. Это у нас расправа. И что, и Лего сделали стиль? Блин, я помню, как этот скин выходил. Я его покупал. Мне приколол этот скин. Чатик тогда сказал, что я помню, что скин говнецо. Но мне зашел, мне понравился. Ну да ладно. Дальше, это у нас Нуар недавно выходил, этот скинчик неплохой за полторашку. Сыщица тоже выходила. Вот этого челика, кстати, не было в прошлый раз. Его почему-то не добавили, сейчас добавили. Это у нас Шпик. Дальше Лупа и Дельтик. Это все недавно было. Спускаемся ниже, Билли Айлиш осталось. Те же самые эмоции. Моя геройская академия, ребят. А это же новые, по-моему, да? Таких не было. Да, таких не было, ребят. Ну что, аниме. Мои поздравления, анимешники. Химико Тога со стилем. В масочке и без масочки. Дальше. У нас Тамура Сигараки. Боже мой. Ну и имена. Капюшон и без капюшона. Идем дальше. Даби. Вот это нормально. Даби. Хрень, конечно, еще там. Так, 3800, full комплект. Бэкпэк, раз. Бэкпэк, два, прикольный бэкпэк, кстати. Бэкпэк, три. Зажигалочка, окей. Нож, это кирка, судя по всему, да? Да, это кирка, клинок. Это что? Типа косы. Тоже кирка. Прикольная тоже, это что? Вот эти хуже всего. Капец, у меня телега зазвенила. Магазин, то, что обновился. Эмоция неплохая. Тут что? Прикольная. Вот это бодрая эмоция. Так, фул набор, три скина и все барахло вместе с ними. 3800. По отдельности 2000, нифига. А, вместе с киркой, эмоцией, бэкпэком. Ладно, нормально. 2000. Ну, как будто вот это худший вариант. А почему? Он же даже без эмоций в наборе. Вот это худший вариант. И скин без стиля. То есть везде еще эмоция в комплекте. Скины со стилями. Также бэкпэк-кирка. А тут... Но вот это худший вариант. Как по мне. Может, он там, конечно, какой-то супер крутой герой по анимешке. Ну, по мне это худший вариант. Ладно. Пускаемся. Тут все было, да? Это у нас все было. Ну, скорее всего, все остальное, наверное, будут повторы. Сейчас быстренько пролистаем. Да, 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 да. Наборов новых нету, нету. Но если нужны старые, ребят, знаете, да, не магаз, обращаемся. Ну, вот и все в целом. У нас аниме прибыло и вот эта страничка. Очень мало, по мне, очень мало добавили. Но зато новинка для анимешников. Уже неплохо. Спасибо большое, что зыркали, ребят. Лайкосик влепили и пришли завтра на стрим. Буду всех ждать. Пока.